блестят над виском, но стоят, как скала, голубые береты, символ сильной России, России мужской. Понимаешь, браток, наша песня не стыда. Пусть холодной пургой притушила огонь, ведь со сцены звучат голубые береты, значит, держит Господь над Россией ладонь. История страны, история воздушно-десантных войск, все это в песнях легендарного ансамбля «Голубые береты». Что вы видите, друзья? Непривычный формат. Да, ну, вы знаете, редко, но бывает и у нас такое тоже. Ну, тем более, много людей знакомых, абсолютно. Правда, мы их не видим, потому что все слепит. Но мы их знаем и слышим по аплодисментам. Ну, в общем, вас часто будет прийти. Ну, песни, конечно, кто много нас знает, давно нас знает, давно нас слышит. Песни все знаете, но мы постараемся так, чтобы были песни старые, были песни новые. Ну, а начнем с песни, которая была написана еще в 87 году. «У опасной черты».
Ну, конечно, в преддверии праздника женского, праздника весны, праздника любви, 8 марта, вы сегодня услышите достаточно много песен, которых мы уже давно-давно не исполняли, песен, которые будут сюрпризом, в первую очередь, для наших женщин. Спасибо вам, что вы сегодня вместе с нами. Хорошего настроения, приятного вам аппетита. Слушайте, у кого будет уже не в моготу, танцуйте. Конечно, формат такой, вот Федорович уже говорил, непривычен. В Израиле первый раз мы так прилетели, в 2003 году, и первый раз нам сказали, у вас сегодня вечером концерт в ночном клубе. Ну, если сегодня мы к этому относимся, приехали сюда и все в порядке, то там для нас был просто шок. Ну, сегодня действительно вот такой вот семейный, добрый, будем надеяться, хороший вечер. Песни, Федорович уже сказал, будут разные. Но вот наступил месяц, который мы всегда называем женским, а только-только закончился февраль. Месяц, который мы называем мужским, потому что две даты, которые первая, конечно, для специфична, но для нас это очень важно, это 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. И 23 февраля – это праздник, которому нас приучили с самого детства наши девчонки. Праздник сейчас называется День защитника Отечества, ну а для нас, нашего поколения, был и остается Днем Советской Армии Военно-Морского Флота. Песня, которую хотим исполнить, также давненько мы ее не пели, но сегодня вот формат вот такого вот тихого, спокойного общения, мы ее с удовольствием споем. Споем, посвящая тем, даже кого сегодня нет в этом зале, тем, с кем нас связала, нас свела война. Show.
что-то я сегодня галёвку не слышу. Народ, вы чего? Вы что там это, не хлопайте совершенно? Ну-ка, давайте подружимся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы нас поддерживаете тоже. Вы думаете, что так легко, что ли? Слава ТВ! Вот это правильно. Ну, вы знаете, да, песня, которая прозвучит сейчас, мы ее посвятили нашим мамам. Почему? Попробую вопрос. Потому. Потому что это наши мамы, потому что им досталось за годы наших боевых странствий. Потому что воевать, ну, кто воевал, тот знает, наверное, проще, чем ждать. Хотя такое понятие, как ждать с войны, мы не смогли понять, не было такого. Но вы знаете, очень много было случаев, когда мать не дожидала своего сына, к сожалению, это было такое. Но гораздо реже, но все-таки было, когда сын возвращался, а мамы уже нет. Возвращайся скорее. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Вы знаете, как интересно, сегодня перед концертом, когда мы приехали сюда, нас очень тепло, весь персонал встретил, все как-то хорошо, по-человечески. Но больше всего понравилась реплика парня, который работает в барне, он так, какое, грубо, голубые береты, правда? Ну, правда, сегодня будет так спокойно, а то в прошлый раз меня вот так за шею держали. То есть с голубыми билетами все спокойно. Приятно. Буквально неделю назад был концерт у нас в Орехово-Зуево. Вызывали милицию. Не так все было спокойно, когда много десантников. Хорошо, что сегодня не 2 августа, друзья. Ну, а песня, которую вы слышите, она тоже написана еще в пору афганскую. И посвящена людям, которых мы там в Афганистане, да и все мужики, которые воевали, принимали участие в боевых действиях, всегда называют ангелами-хранителями. Мы сделали кавер-версию песню, которую когда-то назвали «Вертолетчиком». Знаю, вертушки выручат нас. Знаю, приду. Знаю, найду. Камни в крови, солнце пыли. Дети с 15 помощи ждут, но не подпустят к себе дружбан. Знаю, солдаты вертушки придут. Знаю, приду. Знаю, найду. Сюда, и непогода виной тому встретит ущелье смертельным огнем. Эта ракета готова к прыжку. И все-таки больше уверены в том, что где-то среди серых скал пара вертушек идет на пролом, духом готовит кровавый вал. Знаю, приду. В том числе и девчонки. Действительно, что бы там ни говорили, потом такую в 90-х грязь вылили. Это неправда. Очень многие приехали туда не от хорошей жизни, но и были те, которые прям действительно вот такие девчонки-комсомолки, как когда-то на магнитку, как на войну Великую Отечественную, приезжали в Афганистан. В первую очередь, конечно, это наши славные медсестры, медсестрички и врачи. И дай Бог им всем здоровья. И вот еще это очередная песня, с которой мы наших же милых женщин поздравляем с наступающим праздником. Песню мы назвали «Медсестрам». В 41-м
военкомат. Просятся туда, где потруднее, а листочки берут санбар. Приезжают от шары дуреют, без воды от пыли хоть петлю. Ночью, если раненый поступит, не проснувшись, шепчут, я иду. А когда молоденький солдатик вдруг придет в себя, посмотрит ввысь, скажет тихо, жалобно, девчонка, не смотри, родная, отвернись. И она слезу не утирая, выбирая нежные слова, та, что в надежду вновь подарит, та, что вас спасая и любя. Просятся туда, где потруднее, а листочный драк сомба. Что он есть мужчина. Эх, доля! Yeah.
Спасибо. Спасибо. Ну что? В принципе, я так понимаю, что в основном-то здесь люди, кто знал, куда шел. И не раз побывавшие на концертах, поэтому то, что сейчас произойдет, ни для кого сюрпризом-то не будет. Просто действительно у нас многие песни наших ребят, они не будут уже больше переделываться на громкую музыку, потому что они в историю вошли уже просто под гитарку, скрипочку, клавишки, еще чего-нибудь такое абсолютно легенькое. Поэтому я хочу пригласить на сцену сейчас своего друга, с которым мы, ну, слава богу, уже давно, за 30 лет знакомы, еще с училища. Можете себе представить, сколько я про него могу рассказывать, но в принципе не для того мы сюда собрались. Просто действительно человек, который, ну, я считаю просто его очень талантливым, потому что песни у него появляются как-то очень легко. Их нету, вроде бы там раз куда-то убежал, убегает, песни три есть. Ну, готовые, скажем так. Поэтому то, что он написал еще до того, как приехал в «Голубые билеты», конечно же, оно останется. Я с удовольствием представляю победитель конкурса, когда будет «Солдаты среди авторов и исполнителей», обладатель главного приза фестиваля гитары Высоцкого Юрий Златов. Знаете, так и хочется мне сказать, думал ли я, крестьянский сын Юрк Слатов, где-нибудь в марте 1984 или 85-го, когда служил в Афганистане, что в марте 2017 буду в ресторане в Москве, на Комсомольской площади, песенки. Я бы сам себе не поверил, правда. Никто тогда из нас и не думал, и не мечтал, что вот так вот творчески будет складываться наша служба. Я даже не говорю слово «жизнь», «служба», потому что, ну, до последнего времени, открою вам секрет, только позавчера мы получили уведомление об увольнении теперь уже окончательно вооруженных сил Российской Федерации. То есть Сердюков нас пытался, значит, Шаманов вернул в ВДВ, значит, Шаманов сейчас ушел. Сейчас тоже командующий ВДВ Сердюков, на другой хороший, говорят. Ну, там большая реорганизация, посмотрим, что из этого всего выйдет. Но это не говорит о том, что группа «Голубые билеты» прекратит свою творческую работу. Да нет, конечно, ничего не изменится. Гастроли уже расписаны на полгода и больше вперед. И действительно, те песни, которые мы исполняем на концертах, мы выходим и видим просто по залам. Ну, не было бы там, люди не приходили на концерты. Конечно, мы давно закончили все свои гастроли, занялись какими-то другими делами. Ну а когда приезжаешь, вот полный зал вот в Иваново, концерт совсем недавно, ну не буду перечислять, очень много городов уже так мелькают, они особенно февраль такой для нас очень перенасыщенный месяц в плане переездов, перелетов. И куда бы мы ни приехали, всегда, да, очень много песен, мы поем в основном свои на 90%, и хочется спеть что-то новое, что-то вот написал, вот уже все эмоции переполняют, но когда выходишь на сцену, сидят наши афганцы, сидят наши десантники, говорят, ребят, давайте старенькое, то, что мы знаем, то, что мы любим, и поэтому пытаемся варьировать. И вот понятно, что сейчас первую песню, которую исполним, ту песню, которая стала для меня уже такой прям, ну, визитной карточкой, куда бы я ни приехал, и все сразу спрашивают одно: Юрка, ты про старушку петь будешь, про старушку? Я говорю, ну, про старушку обязательно, как же без старушки? Эта старушка, в общем-то, кормит меня уже с 85-го года, бедная старушка из Ташкента. Я, наверное, в живых нет, царство небесное. Но действительно был такой случай, ехали мы из Афганистана в отпуск, три лейтенанта, ну что такое из Афгана в отпуск? Абсолютная эйфория, эмоции перезашкаливают, тем более эмоции дополнены в Ташкенте солидным. Так сказать, в Афгане-то спиртного практически не было, а тут Ташкент. Ну, 2 часа лета, как будто ты из ада вернулся в рай. То есть мирная жизнь, красивые девушки, рестораны все это работают. Вот ты завтра будешь дома. Естественно, вот это все, мы в таком, наверное, слишком громко разговаривали в аэропорту в Ташкентском, что вот сидела рядом бабушка, и вот она нам и сделала такие замечания, что типа, ах, еще офицеры, да, еще вот с орденами, да вы вообще откуда такие, кто вы такие вообще, и все такие загорелые, видно. Вот из этого и получилась песня, которую я назвал «Ордена не продаются».
стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загрелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на бабины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь, не позорь фронтовые синины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки милый, что видит старушки седой, не обили бы старость, а слова оправданий не лезут, как будто бы взягость, только орден рукой прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы, как снега вдруг краснели от яркой рябиновой крови, и как быстрые реки давили последние крики, и как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. Хроника, где я совсем юный, да, молодой, вернувшись с Афганистана. Ну, время бежит, конечно. Перед концертом мы, когда готовимся выйти на сцену, мы одеваем форму и с последних сил затягиваем ремень, чтобы образовать фигуру. Одеваем берет, и кажется, еще вроде ничего, все нормально. Но понятно, что это нам только кажется, потому что в Карелии, в город такой, с Костомукша, после концерта обычно такая, ну, как назвать, тусовка, что ли, когда люди подходят, покупают какие-то наши диски, сувениры, фотографируются. Вот мы стоим, очень много народу, и рядом стоят две женщины. И одна другой говорит. А говорит, знаете, так непосредственно, провинциально. Ну, а что ей стесняться? Она дома у себя в Костомукше. А я даже, хочешь не захочешь, услышишь, я пишу там, расписываюсь, и вдруг одна говорит, Кать, ты посмотри, когда издалека такие симпатичные, а сблизи тоже нет. У меня ручка упала из рук. Представляете, надо сказать, я, Катя, видите, совсем близко ко мне. Мы сфотографируемся с вами близко, вы поймете, что все еще нормально. Ну, хотя возраст, да, дает себе знать. Вот сейчас у меня такое неважное зрение, но на сцену я же не могу в очках выходить. В берете в очках, олицетворяю силу, мощь и здоровье от воздушно-десантных войск. Нет. А сейчас я одену очки, потому что хочу прочитать свои стихотворения. Это мое стихотворение, да, чужих. Хотел сказать, чужих я не читаю, чужих тоже читаю, конечно, да. Но это мое, это вот такое вот стихотворение, перед тем, как исполнить песню. Да. Во все века от сотворения мира, в любом краю, от джунглей до пустынь, от крокодила Гены до верблюда, все знают, нет прекраснее мужчин. Они, как свет огня во мраке ночи, как лепестки прекрасного цветка, и надо ставить только многоточие, так много в них отваги и тепла. Мужчины ласковы, как шелк ночной рубашки, нежны, как легкий ветер на заре, могучи, как неспелые фисташки, и горячи, как яйца на огне. Они полны любви и нежной страсти, они умны, заботливы, щедры. Все это так, здесь нет ни слова фальши, но только если с женщиной они. Поэтому, милые девчонки, наступающим вас праздником. Очки снимаю, превращаюсь в новость слепого, но симпатичного.
Да. Песню для вас, песню, которую написал уже, наверное, лет 12 тому назад, и которую вот сегодня хочу исполнить за то, что вы рядом с нами, за то, что нормальный мужик, если он нормальный мужик, то перед женщиной никогда не потеряет шанса доказать, что он рожденный природой, чтобы защитить ее. Песню я назвал «Офицерушка». И так шло тебе к лицу это платье, ты взглянула на звезду лейтенантскую мою, и в объятия сын в коляске тихо спал, ничего не понимал в этом мире. В этом мире мы собрали чемодан, две кастрюльки и стакан, и обыли. Женушка моя гармичная, гарнизонобразная, привычная, ты давно отвыкла от личного, офицерушка. Давай я поцелую твои глаза и скажу тебе все мои слова. На двоих у нас ведь одна судьба, офицерская. Смотрела на вагон, еле сдерживая стон, мы прощались. Где-то там была война, но плакать нам нельзя, мы старались. Ты растила сыновей и боялась так ночей одиноких в этом мире. А когда вернулся я, мы собрались за три дня и отбыли. Женушка моя гармичная, гарнизонобразная, привычная, ты давно отвыкла от личного, офицерушка. Давай я поцелую твои глаза и скажу тебе все мои слова. На двоих у нас ведь одна судьба, офицерская. Давно уже прошла лейтенантская пора, время гонит. Для меня ты генерал, самый главный командир в нашем доме. Повзрослее сыновья, внук мне машет из окна, значит будет, вечно будет. Отдадут команду нам, соберемся чемодан, и отбудем. Писал я очень давно. Значит, и пел в основном после концертов. Ну, с мужиками, когда сидим уже, с афганцами, с десантами, чайку выпьем, гитара по кругу, значит, поем. И вот на одном из таком вечере я начал петь, а Денис просто сзади тоже чаю выпил немало. Раз скрипку достал, не урось, а не на концерте. Вышел и просто сзади играл за спиной меня, и, в общем, вот именно этот вариант и стал потом вот таким концертом, и мы точно знаем, что он и очень многими любим. И поэтому с удовольствием исполняем песню, которую назвали «Играй, маэстро». За рояли, маэстро,
были правы, что нам сыграли бодро веселенький фальстрот. Сегодня в этом зале прогульном и баре собрался на момент король десантный взвод. Да не смотри, маэстро, все слушают тебя. Играй, маэстро, нам сегодня волшебник, а мы нальем тебе, нальем еще и нам. Не знаешь же наши, черт с тобою, играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Эй, милая красотка, почем сегодня водка? Да не жалей, красавица, для нас всего питья. Сегодня мы пусть будет бухом мальчика родимая земля. Ну что молчишь, маэстро? Твое святое место, ты протираешь клавиши от пота и от слез. Ну что ж, отец, спасибо. Все было очень мило, а мы погадим дальше наш траурный обоз. Играй, маэстро, нам сегодня по душе вниз, а мы нальем тебе. Знаешь наши, черт с тобою, играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Не знаешь наши, черт с тобою, играй, что хочешь, чтобы плакала. Вокалы задам. Через 15 минут продолжаем.